тот ответ, который мы все с вами услышали из уст губернатора, что сейчас, так как роль Санкт-Петербурга, не только с учетом вот, появления новых регионов в стране, но и по росту, по темпам развития она возрастает в разы, поэтому более тесный контакт с федеральными структурами, он нам как воздух нужен. Мы с вами прекрасно знаем проблемы недостроя по линии метрополитена, других проблем, с окружной связано сейчас западный скоростной диаметр, это наши общие с федеральными деньгами проекты. Поэтому вот эта работа, она или тот человек, который будет этим заниматься более тесно с утра до вечера, если это действительно так, то это только хорошо и здорово. А в Крым он будет? Боже упасите. Ничего нам он не обещал, и мы, в общем-то, и не выводили разговор на фракции с Александром Николаевичем именно вот в такую плоскость. Это тогда какой-то торг получается, да? Ты нам что-то пообещаешь, мы тогда тебя поддержим. Не так происходили и будут, и происходила эта встреча. Нам важно было понять, насколько этот человек профессионален раз, насколько он настроен на очень непростую, тяжелую работу в преддверии многочисленных выборов, а это будет на нем. Два, кадровые вопросы, которые остаются очень острыми для нашего города. Три, ну и 4, 5 и так далее, это любовь к городу и готовность служить городу. Вот на эти все вопросы мы исчерпывающие ответы получили, и они нас удовлетворили. А скажите, пожалуйста, вы лично до этого с ним были знакомы? Нет. А если сегодня... У меня мало знакомых генералов КГБ. Какое впечатление? Поэтому в виде устройства власти в современной России, Санкт-Петербургу, ни в коем случае нельзя быть. Вы хотите, чтобы мы были на уровне, ну, ничего личного, там, Пскова? Нет. Пскова там и других муниципальных образований, это тогда на себя навлекать еще большую беду, чем есть сейчас. Отвечая на ваш вопрос, я бы хотел тогда вас вернуть к тому, как устроена была система власти в Ленинграде, когда город, следующая ступенька была район, это, в общем-то, не сказать, что они не независимые, но во всяком случае самодостаточные структуры. Наша позиция коммунистов изначально была против этих нововведений. Муниципалитеты и тогда дробление. В итоге ответственность огромная, требования огромные. Снизу, с земли, от людей, от жителей. Власти никакой, возможности никакой. Поэтому возвращаю вас к нашей программе, с которой мы выходим каждый раз на выборы, что надо нам возвращаться к той системе устройства власти, которая была раньше в Ленинграде. Даже дело не в названии, а в сути, в структуре подчинения и финансовых потоков. Спасибо. Спасибо.